Добрый день, дорогие друзья! Хотим сегодня сделать обзор, а также поделиться вот такой чудо-машинкой для удаления катышков. Стоимость такой машинки, сразу говорю, 108 рублей. Купили мы ее в Ашане. Сами знаете, когда на одежде есть такие катышки, вот, образуются. Ну, здесь мелкие, конечно. Вот. И вид становится вечный. Особенно шерстяных удаляешь без конца. Вот. Вот решили вот такую взять штуку. И снять, показать, как это вообще все это работает. И нужно ли это все брать. Оправдывает это. Ну, сами понимаете, цена вопроса 108 рублей. Что нам хотят предлагать за эти 108 рублей? Значит, инструкция. Инструкция. С этой стороны на английском, с этой стороны на русском. То есть, в принципе, все написано. Меры безопасности, работа с машинкой, чистка и уход, хранение. То есть, все пункты вы можете ознакомиться, и все понятно написано. Две батарейки типа АА, но не входят в комплект. Значит, вот такая вот чудо-машинка, кругленькая. На ощупь, конечно, она приятная. Держать ее удобно. Значит, давайте посмотрим, что здесь. Значит, батарейки у нас. Открывается, конечно, не очень так удобненько. Две батареечки. Здесь у нас уже идет мусор. Отходы, так скажем. Вот, вверх поднимаете, здесь вот такие тоже. Ну, слабенькие, конечно. Надо смотреть аккуратно. Видите? Слабенькие. Вот сюда попадает уже мусор. Отсюда здесь чистим. И отсюда вот здесь как бы пылесборник. И вот здесь вот пазы вот такие вот. Вот. Все. Закрыли. Батарейки вы вставили. Закрыли. Ну, нормально. Более-менее. И здесь, значит, открывается крышечка. И включаем. Вот такая штука. Жужжит. Выключатель легкий. Мотор чувствуется такой нормальный, мощный. Давайте попробуем, как это все выглядит. Мы пробовали на другой. У нас все счищало. Сейчас вот взяли майку. Вот. Смотрите. Вот давайте я вам покажу наглядно. Где мы проделали? Мы проделали вот здесь. И вот сбоку. Видите, черненькие вот они идут. Вот 2-3 раза я провел. Смотрите, вся одежда чистая. Давайте еще вам покажу. Смотрим внимательно. Вот сюда. Смотрим внимательно вот сюда. Включаем. Раз. Два и три. Все. Смотрим. Смотрите, просто идеальная поверхность. Чудо. Моторчик мощный, ножницы, лезвие там хорошее. Дальше прям без всякого нажима, в легкую. И как вы видите, здесь есть катышки, здесь есть катышки. А здесь, где мы два раза с вами проработали, нет. То есть это сделать просто элементарно. И у вас будет новая опять, как говорится, выглядеть майка. Особенно это вот когда летом ходишь, вот там постирал там пару-тройку раз, и они начинают образовываться. 2-3 раза, все, вещь новая. Ничего не зажевывает, просто идеально становится. В принципе, за 108 рублей, вот смотрите, вот они. Вот мы сейчас с вами проделали, да? И вот здесь вот они. Сейчас я вам открою. Вот сюда высыплю. Вот они, наши камушки с вами. Вот они. Вот. Вот то, что собралось. Вот они. Вся вот эта катушки вот здесь в пылесворнике в этом. То есть, если всю эту майку пройти, у вас будет вообще просто отличный вес. Отличный такой этот вид. Так, ну значит, вот всовывается здесь, все закрывается. Вот такое чудо приспособление. Ну, конечно, шовчики за 108 рублей, что вы хотите. Щели есть.
закрываются. Ну, аккуратно надо все это делать там, чтобы не сломать их здесь. Но, в принципе, в целом, вещь нормальная. Оправдывает эти 108 рублей. Ирит. Вот такая машинка для удаления катышков мы вам показали. Ну все, дорогие друзья, с вами был, как всегда, канал Морозки.ру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Вам не сложно, а мне приятно. До скорых встреч на нашем телеканале.